Привет, меня зовут Юлия. Сегодня путешествие я начну со станции Такахата-Фудо. Я хочу показать вам один из старейших и крупнейших храмов региона Канто – Такахата-Фудо. Он находится в городе Хино, это всего лишь около часа езды от Токио. Главные ворота храма были построены еще в 14 веке. А эта пагода относительно новая и была построена в 1975 году. Здесь так много кленов. Ближе к концу ноября они все покраснеют. Отличное место для любования природой. Здесь даже есть небольшой, но красивый маршрут для хайкинга. На протяжении всего маршрута вас будут сопровождать 88 статуй Будды, так что не заблудитесь. Ну вот почему я приехала сюда не в ноябре, а на месяц раньше. Ликорисы. Они же паучьи лилии, они же хиганбана по-японски. В Японии цветение совпадает по времени с празднованием фестиваля осеннего равноденствия Хиган. Это буддийский праздник. Осенний Хиган справляется в течение 7 дней, и в течение этих дней полагается чтить память ушедших в мир иной. Таким образом, в сознании японцев образ цветка Хиганбана стал ассоциироваться с загробным миром или миром мертвых. У него много других названий – цветок призраков, лилия демонов, цветок мира мертвых, небесный цветок. Он просто окутан легендами. По одной из них ликорисы растут в подземном мире вдоль троп, которыми души людей идут к перерождению. А одна легенда особенно романтичная. Одно из названий цветка – манджушаги, или небесный цветок. Эта история повествует о духе-покровителе цветов манджу и духе-хранителе листьев шаги. Однажды они решили встретиться и ради этой встречи пренебрегли своими обязанностями. Они полюбили друг друга, но за это боги прокляли их, разделив навсегда. Поэтому цветы и листья ликориса никогда нельзя увидеть вместе. Считается, что принесенные ликорисы в дом могут навлечь пожар. Современная медиакультура не улучшает имидж ликорисов, но делает его более мрачным и романтичным. И популярным. Их можно увидеть даже в аниме. Посмотреть на ликорисы приходит огромное количество людей. Именно поэтому в год коронавируса многие популярные парки с ликорисами сейчас закрыты. Если забыть о мистике, ликорисы – ядовитые растения, и их специально высаживали на кладбищах, чтобы защитить захоронение от животных. Это наверняка и повлияло на создание их печального образа. Ликорисы никто не сажает, никто никогда не срывает. Их не продают в цветочных магазинах, не используют для икебаны. И никому никогда не дарят. Они такие красивые и такие таинственные. Надеюсь, вам понравилось мое небольшое путешествие. Подписывайтесь на наш канал, Инстаграм не забывайте. Пока-пока!